Всем привет, дорогие подписчики, зрители и гости моего канала. Ребята, я Димка Федоров, снимаю для вас очередную версию «Спаси голда». Сейчас я нахожусь на карте Тишина, и в принципе сочетание у меня вас по рельсам, красочки енот. Конечно же, чем хорош «Спаси голда», это тем, что можно забрать голдик и выполнить задание, которое у меня сейчас вот высветилось. Бери золотой ящик и получи кристалла 15 тысяч. Ну а плохо тем, что вот, допустим, я недавно вот проснулся, совсем вот чуть-чуть недавно проснулся я, и в принципе, тут что, за КД, что ли? Нихера не опасные. Так вот, проснулся я, это как всегда, это традиция. Проснулся недавно, и мне пишут в этом, в ЛС, типа, 5 минут и уже будем сливать, поэтому давай поторопись. Ну и пришлось мне по-бурому включать интернет, а также компьютер и все остальное, и я очень-очень хочу спать. А, ладно, так. Ой, зеленый свет слил ссылку. Ну, ребята, я не знаю, кто там кого слил и зачем вообще вы слили ссылочку, но я не знаю, я такой хренью не занимаюсь, меня зовут, и я, конечно же, участвую в одиночку. Ну, если там кто-то разрешает мне приглашать друзей, допустим, или Мастер Роба, или Жеку, или Берика, там, не знаю, то я это делаю. Но если не разрешают, то я этого даже и делать не буду. Ладненько так, хорошо. Ну, парень вообще, наверное, немножко не понимает, что на пол хп... Да твою мать, запарили вы, блин, идиоты! Вот сколько можно в минусе-то лежать на спаси голде? Я гол хочу забрать, а не как всегда. Ладно. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас мы, короче, тогда чуточку по-другому сделаем. Нужно вот именно какому-нибудь диктатора или же в туннельчик заехать и, в принципе, зайти... Ох, как красиво и как вовремя это были... Был слит один из игроков, и я так понимаю, туннель полностью... Ясно, понятно. Нахер этот туннель нам не нужен. Так вот, ну, в принципе, можно, конечно же, еще вот так вот рельсу дать. И, конечно... Ну, что ты меня? Ну, и куда я тебя повезу? Ну, господи, ну ты хоть головой-то думай. Что на Васпе я долго жить практически, ну, вообще не буду жить. Вот три диктатора, мать его, собрались. И в принципе, ДДшечку, аптечечку, и валим. Сейчас будем творить дела. Смотрите, бабах, еще сейчас одну рельсу ему. Ай, зараза, аптечку занарил, я это увидел, конечно же. Ну и в принципе... Да твою мать! Сволочь! Какая-то зараза меня просто взяла и как-то сбила. Мог попасть ДДшную ему и все, и он бы сдох. Вы все, конечно, понимаете это. Ну какая-то вот... Ай-яй-яй-яй. Да! Достал. Ну блин, ну такую вот рельсу мне сложно сбить. Я так понимаю, что уже еще одного игрока слили, и это очень хорошо. Остается чуть-чуточку еще. Вот, сейчас этого сейчас сольем, смотрите. Да твою мать! Если бы не эта рельса, этого бы титана уже не было бы, да. А уж точненько. Так. Ладненько. Отлично. ДДшную дали. Ну, короче, понятно, головастик меня хрен куда пропустит. С этого ракурса вообще не нужно ничего делать. И в принципе. Ну, бляха-муха. Ну, чё за бред? Ну, это бредово с моей стороны было. Голд вроде бы и здесь лежит, но этот голд нужно так сильно постараться забрать, ребятки. Очень сильно придется постараться забрать. Папа. Ладно. Да черт. Коза, овца, тупая тварь. Какого черта меня слила рельса, когда я пытался спрятаться? Какого, блин, черта? Ладно. Папа 81, огромное тебе спасибо сразу говорю, потому что, ну... Блин, уже минут 5 как минимум мы пишем, и только вот один человек захотел меня фантом провести. Да сволочь, ну блин, близко, скажите же близко, уже практически возле голда, сейчас скажу точное время. Да, ребята, 5 минут, а я уже, кстати, почти голд забрал. И кстати, у меня там снег за окном идет, ребята, ставьте лайки, у кого тоже снег повалил, вот именно... Когда? В среду, 6 января, 14:21. Вот. Успел я так вот посмотреть, пока находился в фантоме. Так. Какого фига я слез? Да ну нафиг. И птичка колотить, вы видели это, ребята? Вы это замечали, да?
Капец, как не повезло парню. Капец. О, 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 отлично, отлично, отлично. Становимся, становимся. Фантомчик, плиз. Блин, фантомчик. Вот, стоп, стоп, стоп. Я успею, я успею, я успею, я успею, я успею. Да, да, детка, да, 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 да. Да! Забрал, 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 мой, батя, я все забрал, отстаньте, все, мой гол, все, тихо, никаких проблем, поняли, да? Отлично, забрал гол, ребята, в принципе, ну не очень так уж и сложно было, два фантома и пару раз слить защитников, и в принципе, вот вся сложность взятия голда, приза КД на карте тишина. Ну, конечно же, я этим, наверное, не ограничусь, придется еще один фрагментик записать, сейчас посмотрим, сколько там... По времени-то вышло. Ну, конечно, ребята, 6 минут это вообще не дело. Спасибо красной команде, если, конечно же, у них есть паблик. А у них есть паблик, поэтому, если вы хотите также участвовать в этой рубрике, то переходите по ссылочке в описании и, конечно же, участвуйте. Он на меня злой школьник, видимо, злится, но а то он и злой, потому что я его слил. Ладно, ребята, все, не буду дальше затягивать. Смотрим следующий фрагментик, ребята. Нифига, ребята, нифига, вы это видите, я манал, ребята, я специально остался, думал, ну вот, надеялся, вот сейчас, 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 сейчас же упадет этот золотой ящик, и он падает, ребята, он падает, вы это видите, да? Охренеть, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, где же он будет, ребята, вот надо узнать, где он будет, и мы уже потом будем как-то вот пытаться еще раз взять, я надеюсь, держите, парни, надеюсь, буду держать этот голд и... Да твою мать, тут полно мин, тут полно мин. Если не буду держать, это будет просто реальный крах. Провал и... И просто писец. Пишу парням, чтобы держали. Да, он практически у них в тылах, ребята. Это можно спокойно сейчас через этот туннель проехать. И я так понимаю, что это будет изи. Ну как изи? Постараемся, конечно же, изи. Если я заберу этот второй ящик, ребятки, ну, блин. Я скилл буду. Ну а толку? Ну а толку? Ну а толку? Я не знаю, туннель полностью заминирован, это очень хреново. И я, в принципе, понимаю, что сейчас... А папа 81, кстати, опять же, если меня мне поможет фантоме побыть, будет замечательно. На... Чук! Как? Как он меня слил? Ох, козёл! Ох, как он мне сейчас плохо-то сделал, ребятки. Ой-ой-ой-ой-ой, как парня надо будет наказать сейчас. Головастика-то этого кого. Так, я надеюсь, из синей команды никто не уходил. И никто не приходил, и никто не заберет этот гол. Потому что, ну, вроде бы как уходили, если не ошибаюсь. И, в принципе, ну вот буквально через 5 минут после... Где гол-то? А, вон, ну блин, фига. Они что, точку поменяли? По-моему, он там не падал ни разу. Так вот. С тех времен, когда голд первый был мною забран, вышло уже, наверное, половина синих игроков, если не ошибаюсь. А может, даже никто не выходил, только из красных, по-моему, выходили. Ну, я точно не буду сейчас этого доказывать и говорить правоту свою, потому что я могу ошибаться. Бля. Ну что, через туннель погнали, что ли? Конечно, я не погоню через туннель, ребята. Ну, блин, хоть немножечко подумывайте о том, что... Сейчас вот они переходят. Бам! И нет одного игрока. Отлично. Ну, вот это я уже понимаю. Так, 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 так. Бам! Сейчас второго... Сука, не будет. Ну, ладно. Жить еще будет. Так. Угу. В диктатора! Давай, брат, дедаху, даху, наль. Ладно, ты какой-то у меня сдохлый. Угу. Да, отлично, отлично, отлично. Аптечку, аптечку. Просто замечательно, ребят. Просто, я вам скажу, замечательно у него все вышло. Ну вот, надо сидеть в мамонте как можно дольше. У него практически мины еще вроде бы как остались. И поэтому он далеко не поедет. А если и поедет, то... Ну, кружить он нас будет, да, это никто не отрицает. И он хоть одного-то должен скинуть. Ну и, допустим, пускай буду не я. Ну, я так хочу, допустим. Ой, дебил, ребята, ой, господи, вот осел. Он просто взял, слился, чтобы, ой, дебил, я прям не знаю, Диман, ловлю самоунич, отлично, так, я... Да с... Иди нахер отсюда, стоит она, тварь, заливает оно, ага,
хрен тебе, я тебе сказал. Не стоять тебе здесь. Ладно. Ай, отлично. Кросс, 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 кросс. Да, дал, детка. Ну, а в принципе, он же сдох уже. Блин, своего стрельнул и своего, к сожалению, как-то зацепил, вот так я вам скажу. Второй голд, ребята, второй голд. Я не знаю, как долго мы это будем брать, но, блин, это очень хорошо. Уже 10 минут, как бы, суммарно идет видос. Это практически прекрасно. Вот, к сожалению, одно меня тревожит, ребятки. Вот, пока туннель разминирован, я хочу очень сильно забрать голд. Я даже не знаю, если я сейчас буду кататься по дальним таким вот... простором. Ой, как тут мин-то мало осталось. То не факт, что... то не факт, что я долго проживу. Да иди ты нахер. Дай пройду, брат, 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 братишка, дай пройду. Сейчас бы ДДшную ему бы. Выжила. Выжила. Зараза. Ну ладно. Ну ладно, пускай. Пофиг. Диман, ловлю, говорит мне, папа 81. Но если бы папа немножечко катался бы по карте, он бы понимал, что я респиюсь не в одном и том же месте. Минус. Кто там еще? Пациент, где? Где еще один пациент? Бляха, муха промазал. Ну ладно, бывает. Бывают у меня такие фейлы. Да сволочь, достала, а! Я тебя сейчас просто порву. Вот, нихера там... нихера она уничтожила. Отлично, поехали, поехали, брат, поехали, брат, поехали. Хочу гол второй, хочу второй гол. Мечтаю о втором голде. Аптечку. Ну, братан, ну, господи, ну, я не знаю, ну, блин. Бесит меня этот мамонт, его надо слить. Папа, 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 отлично, отлично, поехали, поехали, поехали. Аптеку, 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 аптеку. Ну чё, ребята? Как? Как он забрал? Ой, убил. Капец, еще раз. Еще раз, господи, ну блин, ну почему так не повезло-то? Как у меня пропало настроение. Это что за бред? Ах ты ж тварь! Ах я-я-я-я-я. Так не делают. Скопировать имя. И тебя, конечно же, в ЧС. Яманал, вот какого хера надо было стоять возле этого голда? Зачем? Зачем нужно было стоять прямо возле этого голда? В любом случае, ребята, выпущу я этот видос, но уже смотрите сами. Если такие вот защитники в данной команде имеются, то не факт, что этот парень просто вот так вот не захотел и не взял. Просто, видимо, так захотел он его защитить. Его Дик толкнул. Ну какая нафиг разница, кто кого толкнул? Блин, при голде не надо так близко находиться. Вы же, блин, не первый день уже начинаете создавать эту рубрику. Вы не первый день ее проводите. И какого фига вот так вот близко находиться с голдом, пытаться его заминировать, когда идет полная масса на этот голд? Когда вы в любом случае можете понимать о том, что, ну, все, капец, сейчас, блин, 5 человек прилетит, и все, и кахана вам. Тупо хана. Я не понимаю, ребята, я этого не понимаю. Я не понимаю, зачем. Зачем он ставил эти сраные мины? Я был возле голда, я был в голде, если бы не эта тварь, если бы она чуть-чуть вперед бы проехала. В любом случае, мамонт сильнее Дика. В любом случае. Тут уже, блин, и дураку понятно, что он его перетолкал бы. Но вот если бы он проехал бы чуть-чуть вперед, голд был бы мой. Но, видимо, парень решил, что не нужен он Димку Федорову, пускай лучше я заберу. Молодец. Так держать. Поздравляю. Сейчас посмотрю, сколько времени, но это все идет. 8 минут, 14, ну... Да, ребятки, вот так вот у меня проходит очередной Спаси Голд. Ставьте лайки, если он вам понравился. Хотя, ну, мне кажется, он был, наверное, очень интересный. И, в принципе, за это можно поставить лайки. Ну, а с вами был Дима Федоров. Конечно же, хороших вам новогодних каникул, как всегда я говорю, во всех видосах теперешних. Ну, и, в принципе, участвуйте в этой рубрике. И пускай вам не попадаются такие защитники. Всем удачи, всем пока, ребят. Ах, да, ребята, забыл сказать. Папа 81, я тебе добавляю, друзья. Спасибо тебе за огромнейшую помощь. Огромное тебе, огромное спасибо.